Все, готов. О, включил. Шухер! Это я рулю так. Удержание по GPS-у. Да. Он. Сейчас еще раз. Ну стоит. Держание по высоте по GPS-у. Домой? Сейчас попробуем. Домой летим. Ну, Саня, это GPS. Автопосадку включаю. Включаю автопосадку. Включил. Движки проверим. Движки проверим. Ну, нормальные, терпимые. Ну, какие-то горячие, какие-то холодные. Попробуем еще. 3 минуты только летал. Отлетаю дальше. Удержание по координате и высоте. Удержание сначала включил.
тоже удержание высоты. Домой включил. Да. Я не пойму, где хвост. Нет, это он. Это я и он, но я боюсь, короче. Чувствую, что проблема. Удержание. Нет, я ставил по координате и по высоте. Но я еще ставил удержание головы. Понимаешь? А он почему-то начинает крутить. Ха-ха-ха! Он пытается вернуться к той координате. Отлетел и обратно к этой координате. И к высоте возвращается. Вот я поставил удержание и подрулил им. Понял? Ну, запоминает. Это у меня. Нет. Попробую включить возврат домой. Возврат домой. Да. Ну вот он вернулся. Ну отсюда приблизительно первый раз же. Где? Я в питание включал. Где? Он инициализировался вон там на дороге. Он на дороге инициализировался. Автопосадку делать? Летаем вперед и удержание по высоте будем делать.
делают, я не знаю. Я думаю, что надо сначала домой вернуться, а потом посадку сделать. Включаем возврат домой. Ушел. Погоди, погоди, погоди. Вернулся. Ну, он пошел сначала туда. Автопосадка. Не, на дорогу. Все.